Смотрите, вот такую фиалку мне дали на реанимацию. Мне так жалко ее вообще. Вот у нее вот такой вот был, вот я ему голову снесла. Вот вообще не держится. Вот он буквально на двух волосинках держался. Я его вот просто потянула, и вот он оторвался. Смотрите, как жалко такую фиалку. Я вообще ужас какой-то. Вот. И вот тут вот получается вот такой вот торчал вот сбоку. Вот он торчал. Вот. И вот я отрезала. Еще маленький отросточек. Вот я его пока в пакетик положила с водичкой, потому что я не дома. Я на работе. Вот. Земля и все инструменты у меня дома. Вот. Хотела показать вот такой вот плачевный результат, который может привести, если не ухаживать, не смотреть за фиалочкой. Тут ее еще и заморозили. Ну, сейчас я вот это вот пообрываю, вот тоже голову ему снесу, вот эту часть я выкину. Сейчас я вот это вот отрежу ножничками. Так, ну вот все, что от нее осталось. Вот я ее обрезала. Смотрите, вроде бы срез тут, вроде ничего, живой. Ну вот, вроде как бы. Я попробую, конечно. Здесь тоже вот на отросточки срез хороший. Но вот это вот, что я в пакетик посадила, это вообще отдельная, как детка шла. Ну, вот я его вот в водичку, в пакетик, там тоже надо вообще все листья, все пообрывать тоже. В таком горшочке небольшом сидел, вот хорошем, кстати, горшочке. Ну вот сейчас вот домой приду и продолжу съемку. Сейчас пока это все в пакет с водичкой отправится. Вот, и в тепличку все это я покажу, как я реанимирую. Ну, надеюсь, мы будем с вами наблюдать, посмотрим, что получится. Вот, фиалочка очень красиво цветет. Листики, посмотрите, какие у нее листики красивые. Вот, смотрите, вот. Будем наблюдать все вместе, так что все, как говорится, иду так, домой. Ну все, я дома. Так, вот, смотрите, вот. Три у меня тут получилось вот таких вот, вот такие вот деточки. Вот здесь вот смотрю, где подлиннее немножечко вот обрезала, смотрела, чтобы живой был. Ну вот этот вот сейчас вот сюда присажу. Земля у меня мокрая. Сейчас я просто вот так вот беру, просто. И вот так вот все. И в пакетик сейчас я его заверну. Вот такую вот тепличку сейчас сделаю. Здесь завяжу узелочек и поставлю на естественное освещение. Не под лампу, на естественное, на окошко, девчат, я поставлю. Ну вот все. Сейчас вот тут эти вот еще две оставшиеся. Я точно такую же процедуру сделаю. И мы с вами будем наблюдать. Земля у меня мокрая. Я не поливаю больше. Все, буду наблюдать теперь вместе с вами. Буду давать отчет. Ну все, спасибо за внимание. Спасибо, что зашли на мой канал. С вами была Татьяна. Всем пока-пока.